18 ноября одному из старейших университетов России исполнилось 218 лет со дня основания. Казанский федеральный университет завершил свой праздничный день торжественным концертом, на котором с поздравительным словом выступил Элинар Сафин, ректор университета. Разрешите поздравить и весь нас, наш большой коллектив, профессорско-преподавательский состав с этим днем рождения. Пожелать нам всем удачи, новых научных успехов, хороших студентов, на благо нашей цветущей, огромной Родины, на благо республики, в которой мы находимся. Поэтому с днем рождения еще раз примите самые добрые поздравления. Желаю вам всем удачи и здоровья. Мероприятие по случаю дня рождения университета прошло в Большом зале КСК КФУ «Уникс». Программа включала в себя яркие выступления студентов Казанского университета. Также в рамках концертной программы ректор Казанского федерального университета провел церемонию награждения представителей лучших студенческих общественных организаций и объединений КФУ, лучших сборных команд Казанского университета по различным видам спорта, победителей и призеров спартакиады среди студентов первого курса. Также грамоты получили директора институтов. Само собой. Кульминацией мероприятия стал вынос на большую сцену концертного зала праздничного торта для торжественного задувания свечей в честь дня рождения университета. Аделина Абдрахманова, Универньюз. И раз, два, три! С днем рождения!